если не смотреть на счет, готов, ну, доволен ли своей игрой? Нет. Что-то вначале мы вообще не приехали, короче говоря. Потом получше стало. Потом включились, потому что нам 3 отгрузили, и там как бы грех не включиться. А сегодня был основной состав команды? Ну да, сегодня все приехали, кроме вратаря основного нашего. Поэтому стоял полевой, не знаю, может, это оказало какое-то влияние. Как-то готовились по-особому именно к этой игре? Да не готовились по-особому. Ну, как, провели тренировочку такую обычную, как обычно, так ничего особо не готовились. Как думаешь, что больше повлияло на победу, техника или выносливость? Сама отдача, наверное. Ну, ребята нам многие отрывали, мы многие поотрывали. Ну, мы лучше отрывали, видимо. Хотели бы еще с ними когда-нибудь сыграть? Нет, это больно, неприятно. Хорошо, спасибо большое.